3 июля 2021 года пройдет самый исторический матч для сборной Украины, где ребята покажут уникальный футбол против сборной Англии. Данный поединок является первоначальным зарождением легенды. Андрей Шевченко в качестве тренера попытается добиться неземного результата, обыграв англичан и попадав в полуфинал. Подробнее о прошедших матчах 1-8, плей-офф Евро 2020. Украина выступая в качестве хозяев, сумела с четырех противостояний взять верху двух. Проигрыш Голландии свидетельствовала некачественной подготовки наших ребят 3-2. Далее победа над Северной Македонией с минимальной разницей забитых мячей 2-1. Последний матч, который хочется навсегда вычеркнуть с памяти, проигрыш Австрии 0-1, что позволило едва выйти из группы и оказаться противниками для шведов. В напряженной ситуации героические личности сумели забить гол в первом тайме, но вскоре пропустили. И только дополнительное время и голова давбыка позволила праздновать победу 2-1. Англии пришлось повозиться с игроками с Германии. Все были уверены в разгромной победе немцев, поскольку им удалось выйти со сложной группы, но 2-0 докер Гарри Кейн сделали настоящий государственный переворот в футболе.